В Женеве стартовали первые переговоры по урегулированию сирийского кризиса, однако на них не приехала главная оппозиционная группа сирийских повстанцев. По информации представителей Высшего комитета по переговорам, оппозиция примет участие в дискуссиях только после устранения определенных препятствий. Отмечу, что в случае, если за общим столом все-таки удастся собрать все стороны этого конфликта, то эти переговоры станут первой встречей официального Дамаска, оппозиции и международных посредников за всю пятилетнюю историю сирийского кризиса. По данным представителей ООН, межсирийские переговоры должны пройти в несколько этапов, и затянутся они не меньше, чем на полгода. У меня есть все основания полагать, что дискуссии с оппозицией могут начаться в воскресенье. Для того, чтобы обсуждать прекращение огня, необходимо два собеседника, потому что прекращение огня происходит между теми, кто воюет. Лучшим способом все это обсудить будет визит в Женеву.